Так. Кири, ты тут? О. Так, все, я пришел, вернулся. Я вас снова слышу. Алло, все. Хорошо. Нормально все? Все нормально, да. Так, я не знаю, что случилось. А что у меня в комнате пустало? А, коннекшн. А, уже говорили, по-моему. Я вот, да, я говорил. Я вот спросил, говорили или нет, и на этом моменте ой, меня секундочку. Отключило. Стрим упал. Нет, стрим работает пока что. Да? У меня не работает. Сейчас опять реклама будет. Обливион. Обливион? Нормально. Да. На N. На N. Реван. Реван. Денис. По-моему, перерыв можно уже закончился. Что? Перерыв кончился? Все. А, все. Сейчас у меня просто лобби распалось, и мне придется сейчас заново лобби собирать. Как что, народ, включайтесь уже. Ты видишь, как я написал? Перерыв окончился. Сю-сю, там. А, да, Twitch надо мне. Чат у меня не работает сейчас. Мы в команду работает будем играть чат. Или free for all? Да у меня. Все, перезагрузился. Так. Мне кажется, сейчас Warcraft не будет, иди сразу. Будет, у нас куча народа. Так, а Dota? Может, Dota не будет. Какая Dota? Я чё, останусь. Я остаюсь. Блин, меня пускай будет 32 игры. Румки. Сейчас, подождите, я зайду. Я тебя добавил, друзья. Кто меня добавил? Да. Как тебя отменить в твоей игре? Включайте сюжет, давайте. Всё. Какая игра? Такая же. Все то же самое. То же самое. А как будем по командам играть или в не знаю, флажу? Давай сначала пока подключимся и наберем количество народу нужное. Я пока не вижу игры. Ты на доту останешься? Дальчика? Нет. Чика, ты на доту останешься? За перерыв лучше самого стрима был. 2 минуты стрим идет. Что случилось-то? Что случилось? Где? Не упарывайтесь. Блин, опять это женский голос. Блин. Какой же женский? Сильвер, можешь замолчать, и женского голоса не будет. Привет, Кул! Шутка, минутка. Ты вернулся. Так, ну все, что ли? Набрались? Нас так много, офигеть. Конечно, free for all. Ты пришел, и 19 зрителей стало. А было 30. Ты уходил? Было 10? Было 30, когда ты уходил. В чем проблема? Давайте я понял, в чем проблема. Силька, ты понял, в чем проблема? Да, проблема во мне. Какое резкое заявление. С головой в омут прям. Так, давайте 4-4 играть. Вы ее или нет, просто а вы, а ты знаешь, как в описании можешь написать? Запомните, я иногда со своего стрима ухожу, там остаются другие люди, так что не покидайте этот стрим там. Ладно, это слишком жестоко. Да блин, че у меня Donation Alerts не работает опять? Так, какую карту берем? Нас 9 человек. Нет, Смурф Андрей, все закончилось. Деревья окрестности, тут другую ты не поиграешь. У меня что-то не запускается. Только она 3 на 3 или 3 на 3 на 3? Сейчас, я тебе создал. А, да, Сили сначала должен создать, а потом все. Только эта карта 3 на 3 на 3 или на 3 на 3? 3 на 3 на 3 или на 3 на 3? 3 на 3 на 3, короче, больше никак. 3 на 3, о, опять... Варшава с тобой не коннектится. Сильвер, давай, давай две команды. 3 на 3 на 3. 4. 3 команды 3 на надо. 3. Секунду, сейчас захожу. Так. Где? Добротный подписан? Кул, знаешь, когда ты будешь добротным подписан? О, на 08. Спасибо тебе за фоллоу. Когда у меня будет бесплатный подписан, Ера, 5, подпишешься. 2, так, 2. Так нас 8 или 9? Это я. Сильвер. А. Тебя там запомнили как-то. А где же девятый? Пока ты отходил. Чего я?
тебе там зафоловили пока? Два зафоловили. Да, круто. Спасибо всем за фоллоу. Вы теперь с нами. Так. Викар сам за себя нас. А где этот? Где этот? Девятый. А кто девятый? Мапа, очень много рудников, очень сложно. Я отходил. Особенно команда. Давай подключайся. Или кто там? Ты? Не ты? Слушайте, я не имею понятия, за кого играть, поэтому любую поставлю. Да, еще какой союзник попадется. Ну че, долго будем? Ой, только не Орда. Просто чтобы погонять Castle Fight, вы гоняете обычные подрошишки на развитие, да. Да, мапа очень долго будет, мне кажется. Давайте две команды. Как ты перерыв прошел? Тебя спрашивает Силька. А? Как перерыв прошел? Я попил чаю, поел. И то не успел полностью доить. О, 4-4 нас собирает. Вот откуда плеск. Карта не даст нормально играть. Ну, можно, конечно. Ладно, давайте 4-4. Давайте. Так меняйте кланы-то. У вас ведь. Я второй. Я первый. Нет, никакого фрифорола. Нахер он нужен там. Только тебе. Все против Зерга, давайте. Да, давай. Да. Сейчас, секундочку. В ванне прячешься, нет. Не близко. Я тут базары хочу. Ну все, что? А, кто недавно проходил варик, да, главное? Сейчас они меня будут выслеживать по цвету, блин. Нет, знаешь, что мои чат стрим захватили? Звука нету. Звук вернись. Звук есть. Только один матч, но смотря сколько успеем за 45 минут. Скорее всего, один, да. Но самый крутой матч. Теперь стрим Фабино. Гоу. На Фабино. Да подождите. Я буду играть за... Нурзула. Давайте я буду. Не знаю, за кого играть. Да, так это ж... Привет, V-плеер. Ден дебил. Я на мид. А где такой? Кто такой ДН? Мидорфит. 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 Почему я играю с аутистами, а? Клац, клац, клац. Ну почему я с дебилами играю? Ну ладно. Хватит нас не делать. Почему я с дебилами играю? Ну почему? Я же проиграю точно с этими аутистами. Я не верю в свою команду. Чё за упоротый переписка в чате? Кто? Овечкин? А где Дэн Овечкин? Нет, я чуть тут... выше смотрю. Ну, вот, короче, ты... Заткнись, Денис дебил. Да подожди, вот, дебил, понял? Тебе какой-то VIP-плеер пишет. Какой-то аутизм. Да, ты это тоже сказал только что? Ой, не услышу. Все хорошо. Ладно. Какой бедра. Зерг всех убьет, вот увидите. Не играй. Он очень задрот. Опять я думаю, или я лучше буду писать. Как дела? Я ем. Ах ты, вяка. Да. Микрофон надо. Да, надо микрофон. Когда ешь. Так. Фабино и Чико, вы варик не видите? Ну я... Да. Только топчики могут не выключать микрофон, пока едят. Так. А вы варик не любите? Ну я так. Я в него играл. Нормально. А что ж ты не играешь со мной? И World of Warcraft наиграл много, на самом деле. Ну и потому что я отыграл уже свое. Я уже отыграл. Отыграл уже. Не оправдайте. Че? Да, я тут старый мой морской суши волк. Много рейдов я прошел. Старый уже стал, да? Совсем. Бабуля. Ну знаешь, 20 лет это уже песочек-то сыпется. Только тебе 20? Да. 20? Да. Эх, ты еще молод. Я еще моложе. Ура, Хардкор Синг познакомил Розалину с 6 новыми зрителями.
Да? Да. Я не заметил. Ну, наверное, за хвостик. Да. Спасибо тебе за хвост. Синк. Граф Шоколакула, иди сюда. Срочно. Стремись. А можно тут граф Шоколакула? Он поможет. Хороший ты друг. Да, хороший ты друг. Меня не хостил. Меня не хостил. Почему меня не видно было? Или я просто не слышал звук? Ты ушел по-братски. Я ушел по-братски. Хороший ты друг. По-братски. Хороший ты друг, да. Еще и трон, да? Чего хочешь? Как будто впервые я об этом слышу. Эх, Синг, не брат, ты мне больше ушел. О, эх, Синг, да. У кого там? Тара-та-там, тара-та-там. Ничего себе, там уже... Это кто, СП играет так? А, нет. Какой-то еще артист. А где звук? А звук у тебя в штанах. Ах-ха-ха. Звук? Да, где молчит? А ты в команде с кем-то? Да, у нас 4 на 4 же. Кто? А кто тут? Я хрен знаю. Кто там? Кто тут? А, то есть без разницы, с кем ты тут вместе? Да, все равно я знаю, что мы проиграли. С вором, с матом. Потому что зерк выиграет. Так. Не затащит он против четверых. Затащит. Потому что у него еще 4 крутых чувака. Какого звука? Все нормально со звуком, чего там упоролись-то? У самого звук сломался, не пойдет. У тебя звука нет, что ли? Кривой. Вот Пайгон пишет, что у него... Кнопку звука на... Кнопку звука выключил. Там ты прикол, обнови страничку, да. У меня-то звук есть. У меня есть. У Нюка звук есть. Симки настолько топовый стрим, что он может звук выключить. Ну иди к Нюку. Не изменится. Ух ты ж, ё-моё. Топишь. Да? Блин, я не умею играть. Перезагружен сейчас. Все. А что дальше что делать? Убил, приезжаешь к нам. А что дальше делать? Я всех убил, кого хотел. Блин, тут нету легких источников. Ты строишься там, гибрид, развивайся. А я что делаю? Лесопилку прокачивай. Почему у меня комп фигня? Что тебе опять не нравится? На самом деле, знаешь что, выходи из игры, короче, и это... А может удалять. Дать второй играть в пользовательскую игру? Великий кул. О, великий кул. Великий кул. Очищайся от стримов. Диман. Ой, а почему они вечно живут? Я знаю теперь, кто на меня подписался с ником Димарт на ютубе. Это ж великий кул. Вот, это кто. Я сейчас умру такими темпами. Смотри, Сильвер бьет Йети. Нормально. Ну блин, что-то... Ой, а ты кто? А ты кто? Дед ты кто? Что-то меня убивают. Я не осилил шамана, как так-то? Шуточки за 300. Что-то ужас какой-то. Та-та-та-та! Я не буду сказать. На-на-на-на-на. Да. Ту-ту-ту-ту. Так, Ревенант проснулся. Голдот я создал. Жди, после Warcraft. Где Ревенант проснулся? Подожди. Винов, Винов. В скайпе написано Дмитрий Артынов. Это кул. А, ты уж... Я слоупок, простите меня. Поддержите наш флешмоб, пожалуйста, из скобок. Какой? Кто-нибудь по-братски. Детский. Не могу. А ты не знал? Чё там, тул так не раскачивает? Я очень плохо играю, я же говорю.
Не, про я тоже своих союзников. Да. Голубые, кто за голубых? Иди сюда. Голубые? Алекс Каратис, что ли? Про голубых начали вскрыть разговор. Денис исчез навсегда. А что делает СП? А к чему ты? СП вообще в оборону пошел. Да ну так не играй я. Что делать с педухи? Сложно. Кул, а ты кому это написал про сиамских близнецов? Ну потому что ты 5 раз поставил скобочки, типа Змей Горыныч, 5 голов, типа, нажал 5. Я сейчас помогу, подожди. Надо построить кое-что. А, нет, не надо. СП справился. Дайте слоупока. Сморф Андрей спрашивает тебя, дайте слоупока. Мне дать слоупока, да, конечно. Я же слоупок. Случоси. Случоси это уника еще. Ну вот. Он у него. Это же. Как его вас? Смурф Андрей. Раба лицо. Что? Я хочу в доту поиграть. Лицо раба. Ты как бы. Такой сонзок. Локтарогар. Локтарогар. О, случайся. Зарду. Получай, да? Кто мы? У тебя клешни выросли, нет, поздравляю. Это... Ты что, не слышал, как я его заразил? Печатает? Ну ладно, СП он не нужен. Тебе подсказать, печатает? СП тебя защитить или нет? Нет, ты не так неплохо справляешься. Сильвис. А, это Раблоха лезет? Ах ты сволочь такая. Ты знал, что ты сволочь? У меня не прогружается что-то. Стрим или что? Нет, смайл. Как прогресс? Ты ничего так. Нифига у вас там мясо. Опа, она. Это что такое здесь? Где? Ой, ты куда? Цубасар, Цубасар, ты что делаешь? Негодяй. Их что удумали? Да пожал ты. Сильвер. Ай. Может в доту в пользовательские игры? Нет, будет именно дота. Да. Похоже, теперь в Чика 2 человека, а точнее две личности. Фабино теперь же две личности. Вас обоих сидит личность Домино и Ревенанта, так и Чика и Ревенант. Доминанты. А где Ревенант? Ты что, не видишь в чате? Чикананд. Его нет, он есть в чате, да? Что, не видишь? Наливает пиво. Наливает пиво, не видишь? Это ты наливаешь. Нет, это Ревенант. Блин, да что ж ты нападаешь-то все? Вот, блин, команда Зерк, Цубасар. Я не могу. Зерк и Цубасар. Профессионалы. Вот почему они против нубов, а? Это же нечестно. Я недоволен, я негодую. Понял. Блин. Ой, все, попался, сейчас я его. Я негодую. Кул, я тебе больше скажу, мы еще звуки. Давай, 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 давай. Слышишь, что этот звук прекрасный? Я смог. А у меня не отправилось. Мне сказали, что я не очень. Ты не очень. Чат. Одно и то же слишком быстро печатаешь. Спамишь. Спамер. Удаляйте доту и станете игровыми наркоманами. А мне нравится. Да, кидай, 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 кидай. Да. Смурф Андрей, а ты почаще заходи на стримы. Не пишу. Да-да-да, он за фоллы. Бутылки из-под пива? Нет, когда, короче, он печатал, сидел с нами в скайпе, но он не мог сказать это, типа, ахахахаха, как это было смешно, и сделал вот так. Сейчас я тебе прям громко это сделаю. Сейчас. Вот так и сделал. Сейчас в скайпе только кто играет? Да нет. Бина же тут. Мне говорит, 30 секунд. Меня забанил. Блин, у меня дерева мало. Что делать? Золочева, ты в чат не присоединишься. О, что за глупо. Точнее,
в конфу. У меня дефицит дерева, нет. Чувствуете, Гарри пахнет. Да. Ой, там. Ой, надо помогать, подождите. Я аутист. Я проиграл. Подожди. Не, он просто смайлик вот такой пустой ставит, и все. И типа он. Давай, убьем их! Убьем их! Сейчас бы сунем. Убьем Цабасара! Эй, так нечестно! А, ты кул не видел этот, что ли? Ну чё, я у него отсосал. Пародию на Ревенанта? Я показывал пародию на Ревенанта. Ты видел? У нас война! Я показывал пародию на Ревенанта. У нас война! У нас война! Я, короче, сейчас буду использовать технику Супер Джедаев. Ну и весело. Вот я тоже самое сказал, что Роман сейчас сказал. Зерк, иди в лес, иди в лес так. Смешно было. Блин, я вообще ничего не понимаю. Я не могу понять, что делать. Отходите. Куда? Зерга надо убивать. Нет, Зерг уходит. Он ушел. Война зрителей Сильки против зрителей Домино. Так мы же знаем, кто выиграет. Вот именно. Чика. Че, я выиграл? Мне даже делать ничего. Я просто выжившего добью. Ну или угостить пиво. Да, Чика? Чика? Чика, ты услышал? Да. Ну, я и говорю. Угостишь пивом. Да. Сири, когда пойдете в доту, можно с вами? Конечно, можно. А можно без вас? Выиграю зрителей Домино. Не так ужасно играю. Купите мне имморталовскую тамбу на Андай. Плеер пишет. А как вы считаете, при шансе дропа, короче, 45% с найтмарного Диабола Шакла дропнется? Что он сейчас сказал? Что я сейчас сказал? Си запрос стрим сейчас я скину. Понял. Давай попозже. Это карта надолго, мне кажется. Игра почему надолго? Ну это еще лучше, с доту меньше поиграем. Может вообще не поиграем? Может вообще не поиграем. Классно же, какой стрим был вообще, смотри. Прям ламповый. Ну темп, Team Fortress, ладно, можем простить. Да, за это, правда, самотив. Юза ты не простил. Ну Юза там другая история. Пакетики Роутона нюхает. Ну вот. До стрима. Замечательно. Как бы трава. К вам осталось. Возвращайся. Кто у нас за людей играет? Я не знаю. Мне дерева не хватает, подкиньте мне дерево, срочно. Башни грифонов, которые башни не дают. Дайте мне дерево, у меня дерева нет. Спросите меня, дерево дайте. Там эти не фениксы, там где грифоны. Там еще можно строить один отряд, который так. Я вот сейчас и хочу построить. Дайте мне дерево. Дайте 500 единиц. Кто это к нам внедряется потихонечку? Подождите. Angel Twitcherus. Не устали стримить? О чем? Не о целых 24 часа? Так, если что-то утра ему сразу. Я долго еще. До утра. О, как это хорошо. Спать идешь, Силька стримит. Просыпаешься. Силька стримит. Да. Прям этот топовый стал. Как прям Гитман. Да. Эмили, приветствую тебя. Давай Милька. С так же. Жемилька. Айка играет тоже в доту? Да, кул. Cool. Да, Айка Фокс играет. Я тоже наступил на эти грабли. А. Без обид. Вот. Так.
Эмилька, привет, сейчас тебе скажу. Фокс, лучше рисуй больше, чем эту говно играть. Team Fortress будет через... Долго. Через долго. А у кого спидранерс есть? Не против, если я вмешаюсь? Опа. Нет, я. Здравствуйте. Так, подождите, кто это? Угадай. Что ж у меня с всемирным дефицитом, да? О, у нас синее войско, синяя масса направляется, фиолетовая масса, вы куда? Вы куда? Стойте, дайте мне. О, они на... Это, ребят. О, я иду. А, нет. Нет, я не иду. Мне свитки негде покупать. О, привет. Здрасте. О, привет. А, тебе. Что происходило, пока меня не было? Миграция какая-то. Все. А ты кто? Я хочу с вами воевать. А. Достаточно. А ты кто? Там аккуратнее, там они сзади. Вы куда все идете-то, ё-моё? Поговори, бугуры. Господи, чат, я за тобой не успеваю, прости, я оставлю тебя. Ладно. Живи своей жизнью. Я вижу, что я в главном меню доты. Не будет доты, будет Варкрафт. Да будет дота, отстань. Я добавил да. Проснулся. Я хочу его послушать. Ну куда вы идете-то все? С дота будет, я почувствовал. Куда идем? Никто не... Я ничего не понимаю. Это Angel Twitch Rus. Смурфандрей. Я знаю. Смурфандрей, это Angel Twitch Rus. Фандрей. Фандрейка. Что за VIP-плеер? Какой, не знаю, какой-то хейтер Дэна, нашего овечкова, который... Нет, это одноклассник, думаю, мой. А, вот что. Привет, Фрейтак. Класса скинул. Я иду к вам. Только мне надо магазин дождаться. Вы можете дождаться магазина? Хожу. А, ладно, все у вас нормально. Привет, Фрейтаж. Фрейтаж. Может, сюда посмотрим? Давай к нам. Кого, Фрейтаж? Ага. Не хочешь? Ну, не знаю. Мне потом с ней еще разговаривать. Кайфуешь? Да. Нет. Смотри, Андрей, давай из скайп. У тебя тоже, наверное, детский голосок. Да. Ты что, любишь детские голоски? Ну ты что, ты меня раскусил. Слушай, я пошутил уже сейчас, Силька. Силька, я же пошутил. С божьей помощью. Иди. Так, ну чё, долго ждать вас? Или ещё собирать? Ко мне идут. Они идут? Я боюсь, я умру сейчас. Кул, я тебя пустил в скайп, ты просто должен добавиться в конфу. Я тебя добавил в конфу. Ой, да, стойте. Кто-то там... Чё, ко мне кто-нибудь будет телепортироваться? Все, добавили. Всех добавил. Ну чё делать? А, к вам ТПшится, что ли? Ко мне пришли. Сейчас иду. Чё-то далеко. Фрайтажечек, ты как? Хитрить вас тут. Привет, Фрейтак! Война! Фрейтик. Война! Ты как? Блин. Я ничего не понимаю. Я 8 часов сидела и смотрела это все, и вообще просто шикарно. Молодец. Нет, хорошо. Молодец. Я ничего не понял, что делать, ё-моё. И, кстати, привет. Здание рушим. Я не знаю, что делать. Фрейтаж, привет. А, привет, Чик. Уходим, всем привет, друзья, будет в доту. А, я сдох. В доту? О, норм. Нет, спасибо, в доту не крутил. А чё, серьёзно, будет в доту? Сейчас дота будет, да, после Warcraft. Я ушёл. Да нет, ещё доты. Как только будет дота, мы с Чиком. Короче, я проиграл эту войну, простите. Сколько будет людей? Я не знаю, прилично. Заберите Артуса. А может вообще 10 будет? Погоди, серьёзно, сейчас будет дота, да? Да, я не понял, что ли? Ну, короче, это... Да нет, ты чё, дота? Я утром зайду. Артуса всех гасим сразу. Я уже сдал, простите. Да. А уже дота должна быть. Смотри, он трубку повесил. Ну повесил трубку. Эх, жалко.
Слышал слово Дота. Слышал слово Дота и испугался. Я сейчас тоже поверю. Как Дота начнется, сбегу от вас. Так Дота не начнется, вот нормально тут все. Дота. Будьте Доту играть, короче. Вон Энджел сидит, она сейчас. Огонь тушит. Ой, огонь. Сейчас они увидят. Как бахнет его. Ну ладно, я, короче, покину с Чика вместе с одного корабля. Как бы. Я даже. Когда будет Дота? Слышь, Крысятина, первый сбежал, первый. Я вернулся. Ну я вода вокруг была. Слушай, я тут не мог сбежать. Зерг вообще задротик. Я уплыть хотел. Я же говорю, команда Зерга победит. Пока. Да, да, Пино. Снимай хвост срочно. Подожди, подожди. Где тут хвост? Так, подожди. Так, я тоже пойду. Вообще-то сейчас дотка должна быть. Будет, не волнуйся. Не уходи. Почувствовали дотку? Попанули? Нет, спасибо, дота мне не надо. Противопоказанный врач запретил. Мне за 100 ресурсов, что делать не знаю. Я даже за 100 ресурсов доту смотреть не буду. Все. СП ушел. Короче, мы проиграли. А кто ушел за игры? СП. Зачем? Видимо, сдался. Ну, все. Может уже... ГГ, ребят, написал. И вторая команда тоже сдохла. Да. Запускай доту. А, нет, вторая нет, что я говорю. Мы же уничтожили одну команду. Все, мы сейчас... Не стоит. Ну, мы сейчас выиграем. Давайте СП чморить. Сейчас выиграем, СП слабак. Будешь готовиться к ТФ-ке? Ну давай, Митька. А я сейчас... Я сейчас Пойдешь. Буду играть за СП-шных. Да, простите. А ты видела? Ты видела? Что видела, что не видела? Рад. Что у нас на утро тут? Раду. Кто будет еще? А, Радугу видела, я же лайкнула и даже написала комментарий. 8. Трай. Мне ТФ долго скачивать, атаку поиграл. 8. Плюс 1. Я иду. С другими бойцами. Ох, сейчас они увидят всю силу природы. Ты... Чика, ты видишь, что пишет Кул? Кул? Кто будет ТФ? Я не плачу. Опа, ТФ будет. Team Fortress. О, кто Team Fortress видит? Ребят, только продержитесь. Я не знаю, смогу ли. СП-шных бойцов подключил. И игры утром будут. Утром? Ну, посмотрите там. Я сейчас занят. Я хочу вспомнить. Киелос, блин, Зерк, ну задроты сплошные. Ну что делать? Да, да, да. Я только что не проходил в Варкрафт. О, Кул. Привет. Ой, сейчас я... Все, ребят, дам атаку сейчас. Пропустите моего мишку, пропустите. Не брать нам больше. Все, атаку всех увидим. Сейчас они начнут порезать. Блин. Мы за ТФ в свое время с Эмути мы выгоняли. Сейчас времена изменили, сейчас новая эра. Paper Mario на Nintendo Wii. Какой Марио? А, Paper Mario, да. Я играл, когда мелкий был. На ТФ я закрою глаза, но в доту ты не пойдешь. Ну ты что? Я сейчас в доту пойду. Ну вот, все. Конечно, 600 часов не оправдать, но все-таки доту пойду. Жалко тебе. Конечно, я могу бы тоже в ТФ2, но я там рак. Я тоже вообще не играл почти, ну. Я там несколько месяцев не была. Ну я вообще полтора года не был. Ой, что случилось? ТФ лучше доты, она ничем не лучше, она просто другая, как я уже говорил. На ТФ час уделяешь. А лол хуже доты, например. Ну... Не, ребят, лолк все. Наравне, но я ее всегда вообще, вообще. Короче, мы вопрос, просрали. Да. Алекс Каратис проиграл. ГВП. Я не знаю, что это. Связки просто. Ну так, блин, они задрот, я же говорю, профессионал. Я не задрот, я 100 лет не играл в арку. Да ладно, иди ты. Ты просто великолепнейший задротик. 100 лет он не играл, понимаешь. Вот так. Сколько тут жирных пуджи бегает. Не только пуджи, здесь еще мои... Ладно, давайте я сдаваться буду, и чё? О, Рубик. А, нет, Рубик. Я не могу сдаваться. Потому что если я сдамся, давайте, игра ребят, рассыпется. Чуги. А, Айка, я не совсем как бы хейчу доту. Давай, я Сильвер, играл, и я пуджа. Считаю, что она может быть нормальной игрой. Но просто я не могу понять, почему в нее постоянно... Давайте. Нужно больше зиккуратов. Айка, я тебе объясню, почему я лично хейчу доту. Вот смотри, вот ты играешь в доту, начинаешь потеть.
Тебе ж пахнуть плохо, надо помыться. Эйка Фокс, я тебе могу объяснить причину такой ненависти. Ну не то, что ненависти, я нормально отношусь к доте, потому что я все-таки играл в нее год, я комментировал доту, я знаю, что такое дота. Но комьюнити в этой доте меня настолько достало, да и... Игра для меня довольно сложная, а для фана мне играть не интересно. Ну как-то так. А можно я спрошу Смурф Андрея? Так он написал... Вообще-то фри так, причем через Е. А что он хотел от меня, не дописал. Что ты хотел от меня, Смурф Андрей? Нет, мы сами не будем ку... Ну, в ТФ. Ты можешь это в скайпе сказать. Боишься, да? В смысле боишься? Давайте к следующей игре дота. Что кул порвет победу? А когда я доту должен был начать? Я боюсь, меня саму Тима за это выгонят. Когда я доту начать должен? А, в 25? И только 5 минут назад? Ну, это ладно. Я всего на 5 минут, народ, отстаю. Ничего страшного. Я Варкрафта начал на 20 минут раньше. Ой, позже. Ой, да если это, победишь и чё, да хоть на последнем месте буду. У меня просто я скачу. Там подобное. Не хочу я. Ой, Зерк пришел ко мне на мою жизнь. Все, последнего. Не, собирают. Еще не последний. Не, ну я говорю, я тут установлю темпор присоединил. Ну я думаю, что играть смысла уже нет. Го ПВП, я тебя Элиданом забью. ПВП или Гасан? Нет, они уничтожили все. Не 10 минут, 25 вообще. А, ну да, 10 уже. Почти. Тебя тут часы? Дриады, блин, вообще жесть какая-то. Мурадосы. Да, все. Смотри, ну, мишки бьют. Тут что, драконы. Сдавайся. Если я сдамся, игра закончится. У нас еще один противник. А, нет, он пошел на смерть. На смерть. На смерть. Что там с Ютубом? Напишите в чат. А, он не работает. Никогда не сидел в Ютубе. СП0, ты задолбал. Ютуб я могу сломал, перезапустить, я попробовать. Попробовать перезапустить. Я туда писал, он что там работает. Сидел, сломал. YouTube, чтобы да. Работал. Good Game сейчас поправили? Я видео залип, как вообще с Good Game? Так, я ушел. Итак, итоги матча. Все, рейчкует. Зерк победил, Цубасар крутой, Раблох крутой. А из нашей команды лучше всех вот этот предзил хит. Это я. Вот. А я на втором месте. Вот так. Ну вот, все, давай, запускай доту. Чтобы вы ушли. Может, ну ее эту доту, давайте в что-нибудь другое. Да-да-да-да-да-да. Они же, они это, они... Да-да хейтеры, идите везде, так. Не-не, я не хейтер. О, у меня Эльза на рабочем столе. Если серьезно, почему отлично я доту не люблю? Потому что к ней слишком раздутые отношения. Все стремятся покупать шмоточки там и так далее, комьюнити сходит с ума. Всегда. Сейчас, народ. Стрим рабочего стола! Стрим рабочего стола! Поэтому я тоже одно время играл, как бы я тоже сказал, 6 часов, конечно. Но я так играл. Меня что-то куда-то пригласил. Что-что? Доту варик и все. Что-что? Сильвер, Славик, может тогда пользовательскую игру? Лучше Wars какую-нибудь. Как только Не-не-не-не, не пользовательскую, а стандартную. Не хотят доту. Одну катку. Одну катку? Опа! Вот так это и начинается. Это Phantom Frenzy. Я донатил доту. Я донатил 2 ключа и 2 компендиума. Все. Силе ставлю... А, еще 2 сета покупал, но они дешевые. Силе, стыдно. Я ни разу даже компендиум не купил. Дота запускается, Андрей удаляется. Удачного стрима. У меня доты нет второй, так как я ее удалил. Пока. Пока-пока. А вы совсем уходите или вы вернетесь? Они вообще сволочи. Они думают, вот, мол, дота играет, все, Сильк слился. Ну, так нельзя относиться к людям. А мне я вообще, по сути, ну, я согласен, делать. Что ты слился. Вам не пофиг, во что я играю. Люди. Сильвер уже не тот. Они уже ушли, да? Копатель? Какой нет. Копатель? Не надо что копать. Что ты против копателя?
Особенно правда ушел с Данчика. Вот, вы, вот они сволочи. Очень интересно общаться с создателями этой игры. Это. Народ, а кто говорит голос Гугла бабы? Скажите, пожалуйста, еще раз. В смысле? Кто говорит голос Гугла? Эльза, Эльза. Окей, Гугл. Сверслился он в доту. Кто-то говорил. Вы игру поменяли, люди? Сразу же замолчали. Никто не палится. Ну ладно. Так. Кажется, у меня одно и то же бессонница. Это вот этот голос? А. Ангел Груш. Мне голос был бабы? Да не у тебя. Это какой-то пацан такой. Романяр. Вы заколебали его троллить. Не, я не троллил. Я просто реально у него отходил. Вот только что был. Он отходил, говорил. О, Дисней. Я отходил, скажи. Холодное сердце. Кто отходил? Тебе не написано, что Сидер дает, а он... А почему Ирина Ярчевская говорит, это Роман Яр, что ли? Да! Ты девочка, что ли? Кто? Девочка. Ирина Ярчевская девочка. Роман Яр, это... Понять. Он с маминого скайпа звонит. Тихо, тихо! Да не болите контур, а. Ну, я слышал про европейские гендерные модификации детей. Ну, народ, подключайтесь ко мне. Я не знаю, как тут, я уже забыл. Я не буду к тебе подключаться, я удалил доту. Мне ее вообще нету. Стоп, есть теперь региональные каналы. Теперь я могу с нижегородцами общаться? Крутяк. Не, я доту скачивал. Нет, ракообразный, я тебя должен пригласить. Я удалила доту 2 года назад. А кто такой ракообразный? Правильно сделал. Это ты. Я тогда тебя сам приглашу. Я. Да не ты, а Силь. А что это такое? А, ракообразный Тараблокс. Клац, 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 клац. Так, а кого еще позвать? Кого? Меня. Не меня. Да блин, я вас не понимаю. Смотри, Сильвер, стой, все, стоп. Сильвер, создавай лобби с паролем. По паролю все могут зайти, даже кто не... Смысл? Нас 10 человек не наберется. 3 на 3 сыграть и на мидл. Это скучно, да, это ни о чем. Голодное сердце. Да. Или в ноль. Играйте против ботов, они вас нагнут. Не, боты это... Короче, нажимаешь обучение и проходишь обучение. Маркер, так, маркера я приглашаю. Это кто такой? Файтак, напомни, где ты живешь? В Питере. Санкт-Петербург. А, ну ясно, по Москве. Кто такой Френзи? Значит, у тебя приблизительно 10. Ой, Фантом Френзи, наверное. Где-то. Фантом, это ты, нет? У меня приблизительно 10 скоро будет, и я просто 20, уже хочу спать. 21:30. У меня 2 часа, так что это нормально. 2 часа ночи, а я не сплю. Вот нормально. Тебе и кофе попила. А я буду не спать еще больше. Вот тебе и кофе попила. И еще это нормально. Лучше. Так, а кто пятый-то? Кого мы? Френзи, кто такой вообще? Френзи, это ты? Всё. Ну, Фантом Френзи, наверное, Френзи. Ну все, да? У нас 5 человек, пошли. Так, как тут? Играть, да, нажимать, или что? Я в Реборн вообще никогда вон, почти. Справа, в самом верху кнопочка, ее нажимай. Так это Дота. Нет, вот в окне, вот справа, в самом верху. Да, в окне справа. Да! Я понял шутку. Я не понял вообще. Ну ладно. Ну ты нажми, поймешь. Так, ладно, неважно. Добро пожаловать. Шуточки. Что с Ютубом? Ютуб не работает. Вот на игру альтерчик. Давайте я перезапущу стрим. А? Так, я сейчас перезапущу, короче. Мы сейчас не на стриме? На стриме. На стриме.